16 марта работники предприятий ЖКХ ежедневно дезинфицировали подъезды многоквартирных домов в Одинцовском округе. Всего более 6 тысяч объектов. Во время пандемии эта деятельность стала приоритетной. Почти 1 000 000 масок потратили для оснащения сотрудников. На дезинфекцию ушло более 500 000 литров спецсредств. По адресам, где у жителей была выявлена коронавирусная инфекция, обработку проводил Центр дезинфекции Московской области.